как будет выглядеть школа нашей мечты, каким будет здание школы и какими будут педагоги, ученики и их взаимоотношения. На эти первоочередные вопросы и попытались ответить авторы и победители проекта «Школа нашей мечты», участники всероссийского конкурса «Семья Захаровых». Главный мозг проекта «Мама» была у нас. Создавали проект как бы для своих детей, чтобы мы хотели видеть, как бы они вот учились в той школе, чтобы им там было. Все под них как бы делалось. Главным консультантом для мамы и папы в создании проекта стала их старшая дочь Ульяна. Уля сегодня ученица 5 класса школы села Косой Брод. Она дала посыл, обозначила отправную точку. Мои пожелания были, я хотела, чтобы там были спортзалы, играть, отдыхать было можно. Комната отдыха. Комната отдыха и парты другие. Родители попытались в своем проекте отразить все пожелания своих детей. Вот так должна выглядеть школа, говорят Захаровы. Здесь должно быть место и спортсменам, которые найдут себе занятия на теннисном корте, футбольном поле или бассейне. И детям, которые предпочитают активным играм спокойное чтение книги. Чтоб ребенок пришел в школу, пришел как домой, позанимался, устал, отдохнул, побегал, попрыгал, музыку послушал, почитал хотя бы даже книжку так на перемене для души. Ну и спорт сейчас, спортом надо заниматься. Сейчас понял, что приходится то туда ездить, то сюда, это же все время. А тут, если все в одной школе, они и позанимались, и поплавали, и попрыгали, и в теннис, и в футбол, и все поиграли. В школе мечты должны появиться удобные рабочие места для ребят. Парты и стулья, автоматически подстраиваемые под физиологические особенности ученика. Парта-трансформер, парта, стул, все регулируется под ученика. Ученики же разные там по массе, по весу, по осанке, по всему. Вот он сел, сразу раз, все, как бы электронно отрегулировалось под него. И осанка сохраняется, и здоровье. Несмотря на то, что школа, где учатся дети семьи Захаровых, это сельская школа, сегодня она считается одним из динамично развивающихся общеобразовательных учреждений. Здесь активно внедряются новые технологии и методы обучения малышей. Наполняемость классов не больше 12 человек в каждом. Это дает преимущество при обучении детей. У педагога есть возможность индивидуальных занятий. Мы внедрили обязательные физкульт-паузы во всех классах на каждом уроке. Раньше это было в начальных классах, теперь мы это практикуем и во всех остальных классах. Затем мы внедрили проект «Уроки не за партой». Есть часть уроков, которые мы проводим не в школе, а за пределами школы. Благо нас позволяет природа, природоведение, КБЖ, физкультура и другие предметы. Мы с ребятами с удовольствием проводим на улице. Сегодня проект семьи Захаровых действительно мечта, для воплощения которой в жизнь требуются немалые финансовые вложения. Победа же во всероссийском конкурсе поддержки материальной не предусматривает. Но, говорит Николай Скутин, директор Кособродской школы, я надеюсь, что Министерство образования все же возьмет себе на заметку хотя бы часть предложений из проекта семьи Захаровых и внедрит их в учебный процесс, тем самым приблизит мечту каждого ребенка учиться в современной, технически оснащенной и удобной школе. Ксения Балденкова, Евгений Просиков. Новости нашего города.